Известный промоутер Боб Арум подчеркнул, что Оскар де ла Хойя будет всячески затягивать переговоры по бою Геннадия Головкина и Сауля Альварес. Оскару виднее, раз он прячет Канело от Трипл G. Когда Оскар был бойцом, он бился против всех, никогда не уклонялся от боев с кем-либо. Оскару не надо делать дальнейшие раскрутки боя Головкин-Канело. Они тянут время, не организовывая этот бой. Ведь Канело молод, к тому же Оскар не хочет, чтобы тот проиграл, хотя его репутация и не пострадает. Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал предложение о бое от команды мексиканца Сауля Альвареса. Ранее промоутер Канело Оскар де ла Хойя заявил, что сделал команде Головкина предложение о бое на сентябрь 2017 года с восьмизначной суммой. Со своей стороны промоутер казахстанца Том Лефлер направил им встречные предложения. В итоге стороны согласились сесть за стол переговоров в ближайшие две недели. Однако Санчес считает, что сумма, предложенная промоутером Альвареса, недостаточно. По его словам, Головкин заслуживает большего. Я думаю, этот вопрос Лефлер должен тщательно обсудить с Оскаром. Вспомните, сколько Флойд Мэйвезер предлагал Мэнни Пакио – 40 миллионов долларов. После чего они сделали 200 миллионов долларов. Команда Альвареса предлагает всего 10 миллионов долларов. Думаю, что промоутеры должны все обсудить и выбрать такой вариант, который устроит обе команды. Если Геннадий ответит на новое предложение Оскара «Да, этого достаточно», то это достаточно и для меня. Абель Санчес заявил, что его подопечный все еще может встретиться на ринге с американцем Флойдом Мэйвезером-младшим. Об этом давно не было слухов, но если Мэйвезер решит возобновить карьеру, Головкин будет рад провести с ним бой. Это будет большой бой повышенной значимости, поэтому Трипл G будет готов спуститься в 154 фунтов. Но у Флойда блестяще получается держать прессу в неведении. Никто не знает, правдивы эти слухи или нет. Василий Ломаченко проведет первую защиту своего титула против ямайца Николаса Уолтерса. Этот бой станет главным событием боксерского шоу, которое состоится 26 ноября в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Также известно, что трансляция этого поединка будет в прямом эфире кабельным американским телеканалом HBO. Тренер Дэниела Джейкобса Андрей Розье уверен в своем подопечном в потенциальном бою против Геннадия Головкина. «Сейчас мы просто ждем окончания переговоров. Я думаю, мы увидим, что все успешно разрешится. С тех пор, как было впервые объявлено, что мы действительно собираемся на самом деле биться против Геннадия, я всегда готовил Дэнни к бою. Наша миссия и наша цель состоит в том, чтобы еще раз стать номером один в среднем весе на планете. И сейчас кажется, что это верная дорога, если Дэнни побьет Головкина. Наша цель – победить и победить решительно. Будь то нокаутом или решением судей. Я хочу быть уверен, что мой сын выиграет этот бой».